Сдать новый детский сад в Солнечном планируют в 2020 году. В поселке также появится новая школа. Первые деньги на капитальный грант выделит правительство Югры. На условиях инвестиционного договора ведется и возведение школ с детским садом в поселке Высокий Мыс. Работы завершены наполовину. Инвестор намерен сдать готовый объект уже в конце этого года. В ближайшее время администрация муниципалитета проведет конкурс на строительство детского сада на 300 мест в поселке Нижнесартымском. В программу также включены объекты спортивной сферы. Это комплексы в Федоровском и Барсово и хоккейные корты еще в 5 поселениях.